Теперь о предложении приспустить железный занавес, который сегодня бурно обсуждает общественность. Российские госслужащие высокого ранга должны стать невыездными. Об этом заявил глава Чеченской республики в статье для газеты «Известия». Она называется «Потому что Родина». По мнению Рамзана Кадырова, такие меры нужны прежде всего для того, чтобы пресечь утечку секретной информации за рубеж. В статье Кадыров ссылается на недавнюю смерть Бориса Березовского и предполагает, что в лондонском сейфе бывшего зама секретаря Совбеза России могли хранить секретные документы, которые стали доступны британским спецслужбам. Также глава Чечни в статье вспоминает экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и задается вопросом, не мог ли бывший столичный градоначальник вывести в Альпы государственные тайны. В итоге Рамзан Кадыров предлагает руководству страны и всему обществу обсудить его идею введения моратория на выезд за пределы России чиновников, имеющих доступ к информации стратегического значения.